защитника Отечества. 23 февраля – это не просто красный день в календаре. Этот праздник давно стал днем всех сильных, мужественных и твердых духом людей. Любой гражданин России, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, прежде всего защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение славы великой России. В этот день мы отдаем дань уважения и признательности всем воинам на протяжении веков, оберегавшим нашу Родину. Мы говорим особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим родную землю от фашистских оккупантов. Этот праздник и тех, кто сегодня стоит на страже единства и суверенности России, продолжает славные традиции предков. Наши мужчины, гордость страны, сила и щит, что очень важны. Вам пожелать мы хотим оставаться защитниками главными и не сдаваться. Мудрых решений без сомнений, важных побед без любых поражений, стойкости, выдержки, планов, идей, преданных любящих только людей. Пусть не случится падение обиды и постараться на совесть прожить. Помни про честность, отвагу и смелость, будущее детям, чтоб мост проложить. Поздравляем вас, мужчины, с 23 февраля. Вы защитники отчизны. Благодарна вам земля, будьте смелыми на страже рубежей страны родной, чтобы злоба силы вражьей обходила стороной. Вас, мужчины, поздравляем с днем защитника страны и от всей души желаем, чтобы не было войны. Вы в успехе пребываете и удача, чтоб была. Вы нужны нам, это знайте, пусть все спорятся дела. От всей души мы поздравляем вас 23 февраля, и где защитника желаем любовь страны всегда. Желаем быть для всех примером, желаем вам удачи дела, в работе оставаться крепким и быть разборчивым друзьям. Пусть вас не трогают заботы, в семье все гладко, в доме смех. Желаем крепкого здоровья, пусть вам сопутствует успех.